Здравствуйте. Получается, теперь я ведущий канала, а теперь ты сзади, да? Так. Так, опять резнуться из головы. Ну, ты можешь говорить, что хочешь, мы потом да, нарежем. Я уже понял, там нарезку сделаем как-то. Получается, вообще можно сказать-то. В принципе, цель видео уже достигнута как такового. Мы хотели его. Вот он. Вот все они. Для уж для полноты картины. Но это ладно. Нормально их видно? Да, более-менее. А вот... Ну да, более-менее. А вон тот, который нас спасет. С самыми большими рогами. Ну что скажешь? Да пока нечего сказать. Логично. Скажу, меня хорошо видно? Да. Скажу, что Стас прислал сегодня офигенную статью. Как всегда, в этот день нельзя ходить в лес. И мы идем. Только если про 27 сентября говорят, нельзя ходить в лес, потому что встретишь там какую-то нечистую силу. Сегодня там написано, лешие бродят по лесу и ложатся, типа нет. Проваливаются под землю в спячку и вылезут из-под земли только весной. Вот такая статья. Надеюсь, будет слышно, потому что ветер. Мы сомневаемся, что во время ветра это все хорошо слышно. В общем, ладно, если нам попадаются, ну, в прямом смысле слова, боевые олени, то ты ломишься вот в такие дебри. Деревья, как да. Чтобы они... И чтобы у тебя относительно оленя всегда вот так было дерево, чтобы он не мог до тебя достать. Все. Если мы разбегаемся, рация, ну, может так, сразу включаем рацию. Ладно. Нормально. Нормально, да, я тоже думаю. Думаю, все обойдется. Может, крикнем им что? Оленяки! Слушают, стоят. Да, только вон те трое, которые боевые. Да, это походу боевые, блин. Остальные им вообще норм. Один вон бежит, другие травку жрут. Им норм остальные, только эти. Вон. Три боевых оленя стоят, на нас смотрят. А все остальные, кто травку жует, кто... Или вон один вообще лежит, ему пофиг на все. В общем, весело. Так сказать, зачем беспокоиться, если вот рядом стоят три боевого. Да? Ну да. Зачем беспокоиться? Есть что, эти сами на мясо себя пустят, если это опасность. А мы быстренько слиняем. Вот такая логика, походу. Ну что, получается, теперь я ведущий канала, а теперь ты сзади, да? Так. Так, опять резнуться из головы. Ну ты можешь говорить, что хочешь, мы потом да, нарежем. Да, я уже понял, там нарезку сделаем, как обычно. Что я хотел рассказать? Про голову оленей, да? Да, забавную ситуацию. А что, какая забавная ситуация получается с оленями? Блин, никак. Говори, я понимаю, я просто никак не сформулирую мысль. Думаю, ни для кого не секрет, что они бодаются, так сказать, осенью получается, у нас же осень, не весна же. Осенью у них да, идет ор. Да, и борьба за самок, по-другому это никак не назвать. Еще бывает, думаю, ни для кого не секрет, что они застреют порой в собственных рогах и так умирают, но бывает и более смешная ситуация. Они застревают, но второй что-то сходит с ума и отрывает голову первому. И ходит потом так вот с головой мертвого собрата до весны, пока рога не отвалятся. А все почему? Потому что не надо оленить. Это была шутка. Да. Я думаю, мы с тобой сегодня увидим самое классное все. И все в таком духе. Так, главное, не забывай смотреть по сторонам. Ну да, а то фиг знает, что сейчас. А то вдруг где-то бродит леший. Ну, как всегда. Ведь в статье написано, именно в этот христианский праздник в лесу бродит леший. Бля, как быть? Ну, ты как всегда в своем репертуаре. Он от нас стоит 20 метров.
все, чухнулся. Но это одиночный. Одиночный — это неинтересно. Самое главное, выходим из леса. Я его замечаю, ты-то вообще его не вижу. Я его не вижу за капюшоном. Ну да. Я его тоже сначала не вижу, потом поворачиваюсь от тебя и вижу, он такой на нас смотрит. Тихо. Орут. Слышь, со стороны Ивановской орут. Вон там где-то орёт. Мощно, да? Мы там выкрасим. Ты слышишь? Говорю, мы там... Как впечатление? Забавно. Мы там выкрасим звук, наверное, на 400 сразу процентов. Чтоб вам слышно было. А там как пойдет. Да. Ладно, пошли. Думаю, что ты слышишь вообще близко где-то. Мы будем шепотом говорить, чтобы, когда мы прибавим звук, не так сильно орало. Тихо. Тот раз у третьего домика за церковью я прямо близко подошел к ним, 30 метров. Это был 2019 год. И он прям стоял, этот оленяка боевой, и орал. Но это видео в закрытом доступе. На Ивановской, в той стороне. Как будто стая прямо медведей рычит такой, вот не знавши, закинуть сюда кого-нибудь пьяного и сказать: тише, ходи здесь, медведи. Он ночью тут инфаркт словит. Это вообще близко. Пойдем вот так прямо посмотрим. Страву включай. Я не собираюсь по оленьему обру этого острову блуждать потом кругами. Включи страву и пошли прямо. Сейчас посмотрим. Да. Так, включаю страву, она карта не грузится, наверное. А какая разница? Нам только, ну, полоска нужна, чтобы назад по ней выйти. Да, ну да, и геолокация. Все. Все? Да, вот, включил, можно. Пошли прямо. На вещи реально смотреть. Мы же, в принципе, сюда пришли ради оленей, а не в Епишово сходить. Правильно? Мы ищем оленей, так что сегодня выпуск будет даже больше лесной, а не как по дороге. Честно, даже мне стремновато идти. Тебе как, не страшно? Такое ощущение, что там стоит клетка со львами. Да? Ладно. Пошли. Тихо. Вон там. Идем.
Не, ну ты можешь страву включить на вот этом. Не, я не встал, и диктофон могу ставить. Да? Они друг другу не противоречат. Ну все, тогда давай. Главное, не ори, чтобы они не убежали раньше времени. Слышь, застегайся. И капюшон одевай. Хотя бы зеленый. Чтоб тебе опилки не сыпались. Приоделся. Будет супер. Тихо. Нам вон туда. Смотри, здесь тропа. Это оленья. Смотри. Вот их дорога. Вот они ходят. Пошли. Иди по ней. 100% придешь. Тихо. Ну, нам вон туда, где деревья повалены. Видишь их следы? Тихо. Ну как, не очково? Тихо, давай постоим. Я попробую на диктофон записать. И все. Вон там. Смотри, здесь раздваивается. Одна туда, другая туда. Вот это, мне кажется, свежее. Это я вот. Слышно? Ладно, пойдем. Я на разведку. Не выключай. Вот там где. Пошли. Шли. Я тоже думаю, что вот здесь их тропа. Че? Ну поди. Тихо. Блин, одна стая вон там, другая стая вон там орёт. Тихо. Сейчас такие приходим туда. Слышь, приходим, значит, такие туда. А там не олени, а лешие орут. А-а-а, не хотим под землю. А-а-а. Ладно, это я прикалываюсь. Не будем угорать.
Охереть, да? Слушай, нам надо тогда прямо, блин, нам лезть придется вот через такие елки. Ну, слушай, давай вот так обойдем. Вон туда иди. Вот, правильно, вот они сюда, только тихо. Не забывай поглядывать по сторонам параллельно. Сейчас уже близко, мне кажется. Видишь, они бегали. Так что нам туда. Я просто не хочу ничего пропустить, поэтому камера включена на постоянку. Я тоже теперь ее включу, так же включается. Я думаю, пока можно выключить. Тут что-то ничего не происходит. Вот что-то типа дороги. Старой. Смотри. Пошли по ней. Единственное, старайся об ветки не задевать. Уже где-то близко. Понял, куда мы идем. Он вообще близко. Реально так долго. Пусть здесь посреди. Ну что, он тут варится. Тихо. Крутяк. Пошли. Короче, там впереди та вырубка. И они на ней. Нам самое главное из-за деревьев не высовываться. Вон, видишь, они тут какие эти натопали. Да. Да, надеюсь, это не болотина впереди. В общем, зрелище. Надеюсь увидеть вот такое. Конечно, это жестко, но не знаю. Может, что-то все-таки заснимем. Ты слышишь?
он нас зажал. Ладно. Ну как, может, записалось в этот раз? Потом послушаем, по-любому записалось. Вон там обойди. Болотина. Иди сюда. Сейчас посмотрим. Может, сухая. Видишь, деревья все сломаны. Они вон, блядь, за болотиной. Давай, знаешь, как сделаем? Следы вели вон туда. Давай вот так пройдем. И получилось, что тут болотина. Понятно, что про болото мы, как всегда, не знали. Но мы пойдем по следам оленей. И я думаю, мы выйдем, обойдем болото вот так сейчас. Прикинь. Я что вспомнил-то? В горну, угорая просто что. Помню какой-то фильм, когда ты видел, смотрел, у меня память остался. Скважину типа бурили, а оттуда типа... Это Кольская сверхглубокая. Вот тебе, блин, Рязан. Помнишь, я кино тут недавно смотрел про эту скважину? Ну, я и говорю, я вот про нее и говорю, типа, звуки, все эти звуки ада оттуда сразу разразились. Ага, вот тебе звуки ада, колени будут, вот тебе и звуки ада будут. Ладно, пойдем в обход. Блин, я только подошел, тут никого не видно. Что? Я опять, ты шумишь, да не шуми ты. На меня поверни. Там вон не дорога. Какая дорога на болоте, ты о чем? Блин, они прямо... На той стороне. Реально на той стороне. Может, это, так сказать, помолчи, чтобы этот ор нормально записать. Смотреть, где мы. Крутяк, да? Так, офлайн карта.
подожмёте. Самый возьми. Не хотят они показываться нам. Пока выключай. Там, ну, короче, деревья плотнее, знаешь, там болот, короче. Давай теперь ты оператор обратно. Давай. На. А теперь я попробую записать все-таки нормально этот диктофон. И не шуми. А то как же Стас будет использовать? Ему ж нужен нож, чтобы его наложить на монтаж. Нет, да он шукаю. Имел в виду... посмотреть наш видос. Слушай, ну я не помню, на карте здесь болото. И карта, сука, не хочет включаться. Меня вот этим бесит, блядь, этот ебучий Google. Вот мне там советуют, там, вот там навигатор. Да не работают нормально эти навигаторы. А точку в лесу ставить и идти к ней мне неинтересно. Я карту смотрю на этом, на компе, а потом иду по памяти. И так вот иногда включаюсь, где мы, чтобы понять. Либо оно настолько маленькое, что оно на Викимапе не отмечено. Mm-hmm. Ну да, смотри, вон видишь, где уже обычно деревья начинаются. Да. Она очень маленькая. Но тут самая вода. Мне кажется, знаешь, что там вот уже та поляна. Помнишь, где кладбище второе здесь? Не Веретевское, а другое. Вот, понятно. Мне кажется, вон там и есть та поляна. И там дорога на Ивановскую. Mm. Потому что мы, в принципе, этот угол срезали, получается. Мы сейчас вот так идем и выйдем вон там. Пойдем. Главное, не выключай страву. Ну да, а то потом не выберемся. Да выбраться, мне кажется, полно. И не один раз. Вот она, тропка. Ты как? Нормально? Ну все, отлично. Прямо, да? Расклад такой, что они сейчас нам ломятся навстречу, встаем за деревья, они должны мимо пробежать, по крайней мере, я так думаю. Я понял, где мы, где трубочка через Ивановскую.
Короче, они орут с той стороны болота. Короче, ты вообще не туда. Нет, мы не знали, что болото поворачивает. Вот. Поэтому мы здесь. Ладно. Сориентировался? Да, ну тупить сам по себе еще. Нас проехали, чтобы мы никуда не идем. Ну нам вон в ту сторону. Ладно, пошли. Сейчас. Мы сейчас по оленям дорогам и выйдем. Просто шли на них. И уже потом боевые на нас пошли сразу. И, так сказать, оказалось, мы сделали еще помимо этого удивительное открытие. Мы узнали, что ты умеешь бегать. Да я и так знал, что я умею бегать. Когда надо, я умею. Он на нас смотрит, смотри. Ладно, беги дальше, нам не до тебя. Так, давай-ка пошли отсюда. Слышь, этот черт к нам, валим туда. Давай. Смотри, он зигзагами к нам именно. Это вообще угарно, да? Самое смешное, то, что он, смотри, вот он идет, идет такой, бежит, бежит, потом вот так вот чуть-чуть ближе и дальше бежит зигзагами. Да. Подойти. Короче, вот так. Да.